Всем привет, дорогие друзья, с вами 3DGnight. Запись просто, как всегда, никогда не подводит, блять, и всегда все записывается. Ненавижу, блять, эти ебучие топи, блять, этих ебучих пикси, блять, этих всех, блять, дебилов, которые тут воются. Просто, блять, ненавижу, они все, блять, ебаные маги, блять, которые меня бесят, сука. Пиздецки просто, ненавижу, блять. Чмо, отъебись. Разделитель, пиздатая тема. Я бы разделил нас с вами, блядь. Но я не могу, блядь. Эта хуйня летит и летит и летит и летит, блядь. И не может, сука, остановиться. Она еще исчезает и появляется, исчезает и появляется, исчезает и появляется. Вот откуда, блядь, нахуй ты взялась тут, сука? Вот объясни мне, блядь. Объясни мне, блядь. Нет, блять, уйди нахуй, что, блять, происходит, блять. Спасибо тебе, ебаный. Вот такая вот охуйня, блядь, случается просто каждые, сука, 5 секунд, блядь, идешь, блядь, ебашу тебя, сука, колдуют, блядь, все что угодно, нахуй, но не дают тебе жизнь, блядь, ненавижу, блядь, вот это, блядь, потому что против них, блядь, очень сложно сражаться, потому что будут тупые, блядь, мы сами, блядь, хуй чё можем, потому что зажал, блядь, ебаную защиту, он пока, блядь, накопит, хуй с ним, накопит, не накопит, переключился на другого, блядь. Другого уже выебали. Третьего, блядь, пидора снули. Сам, блядь, охуел, блядь. Все, вот и, блядь, вся игра, нахуй. Охуенно, мне больше это просто доставляет пиздатое удовольствие. Нам нужно сейчас прямо идти. Направо мы не поворачиваем в эту ебаную хуйню. Вон туда, как тут. Вон туда, да, когда я показал. Потому что нахуй оно надо. Всякие вот эти пидорасы, шмародеры. Иди нахуй, я скалолаз, блядь, можешь пососать. У себя, блядь. Что тут у нас есть на этой ебаной горе? Круто, да? Нихуя тут нет. Нам нужно вон туда. Потому что... Нет, не на эту. Кстати, тут я не был. Но там, наверное, хуй матч есть, в принципе. Это не важно. Важно лишь то, что меня не замечают пикси. Эти ебаные, блядь, ненавижу их, сука. И да, нам нужно вот сюда. Почему? Потому что нам нужно иметь просто тут сохранение. Потому что эта ебаная игра, блядь, заебала меня четвертый раз, блядь, выкидывать. То не записывать, то еще, блядь, не за, блядь, нелицензионно у тебя, сука, бандикам, блядь. Люблю эту игру. Люблю записывать. Спасибо. Это все, что нужно было сделать. Кстати, то испытание с Розой и каким-нибудь Серафимом. Все просто там, вот просто легко, легко. Берешь Лейлу, все в порядке. Только одни, блядь, пидорасы доставляют недовольство. Негодование, просто пожар, блядь, в очке. А все остальное это все хуйня. Что мы тут умеем? Гигантские следы. Давайте посмотрим, что это за хуйня. По форме прямо как от хуй ты знает кого. Не надо мне тут проебанные шаблоны, типа это все. Динозавры, хуйнозавры, блядь, шаблоны. Подумаешь, блядь. Так считаешь, это правда? Кто знает, блядь? Вряд ли эта хуйня рядом. Лучше бы её вообще не было. Да, это все просто дикая херня, огромный след. Как Серафим мог
превратиться в хелиона таких размеров. Ну, давай. У меня есть теория на этот счет. У нас, Серафимов, тоже есть огромные амбиции и желания, и нам приходится постоянно контролировать их. Если эти эмоции одновременно выходят наружу и создают хелиона, тот становится живым воплощением наших страстей. Похуй. Подобные рассуждения объясняют размер многих виденных нами хелионов. Вы так не думаете? Я сказал что-то смешное? Нет, нас больше удивило, насколько нормальными были твои объяснения. Прости. Это опять ебаный шаблон, типа, сказать что-то, что... чтобы поразило всех моей многогранности. Хватит уже. Хуйню несут, короче, как всегда. Морзоты пидорасы, а сундук открыть надо. Ой, блядь. Темный флакон. Окей. Нет, даже и не думаю. Хуй тебе, блядь. Видала моего хуя лысого. Роза, блядь, отпизди их нахуй всех за меня. Я тебя прошу, я просто буду счастлив, если ты это сделаешь. Итак, сундук, ебать, виноградное желе. 70%? Ничего себе! Вот это да! 70% хп в бою, это много. Учитывая то, что неважно, в слиянии ты или нет. Так. Значит, у нас там тоже ебаный сундук, но меня преследует просто адское количество пидорасов. Нужно бы от этого всего шмальнуть. Естественно, у нас это деревня той святой. Конечно, я тебе скажу, мой юный друг. Здесь никого нет. Ты пиздобол. Вон там, блядь, эта хуйня стоит. Короче говоря, поскольку силы взрыва накопить тут нереально, почти. А я сохранился, но я сохранюсь еще раз. Эвриала. Безногое существо, демон. Бежим только вперед. Ну давайте, упор на оборону. Сколько, блядь? Блять, неплохо, конечно, что-то происходит. Сюда. Но урона-то маловато. И в толке бы я не хотел, чтобы мы все это стояли. О, нихуя! Неплохо, это того стоило. Тачигурен!
Неплохо. Прям неплохо. Чё б меня кто-нибудь отхилил, было бы это просто вообще в уходе. Ты мог это сбить, Ишак! Тупой пиздец. Может, ты меня восстановишь, нет? Спасибо. Блять, пидораска, пиздец, просто, я в ахуе. Блять, предметы. Блять, где нахуй? Блять, ну пиздец, ну что за говно, ебаное? Жить, блять, не хочется после такого говна, блять. Блять, где ты нахуй? Ты думаешь, я тупой? Соси хуй, блядь, чмо. Круто. И в каком месте, сука? Это упор, блядь, на нападение, блядь. Объясните мне, блядь, создатели этой ёбаной игры, блядь. В каком, сука, месте? Как оно сработало, объясни, ёбаная ты, сука. Нет,
Блять, может вы мне поможете, суки, вы ебаные. Да ладно, у него получилось, сука, сбить эту хуйню. Охуеть. Какие успехи, блядь. はてな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 
Спасибо, Роза. Ты, блядь, пиздец помогла. Я пытался тебя спасти. Но нихуя из этого не вышло. У этой хуйни осталось 9000 хп. А посмотришь на эту писю, блядь. Кажется, что там вообще нихуя нету, Может, ты её спасёшь? Да неужели? Ебать, что за типоза? Блять, ты на полном серьезе. Ну это ладно, это предсказуемо. ベニの勝利、演武滅戦。お返しをくれよ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 。お返し
Давай, начни ебашить меня своим супер приемом каким-нибудь. Пошла нахуй! Сука! Теперь я знаю, что человеческое желание не имеет границ. Лейла! Да! Вы возвеличили меня как святую. Возвеличили, сука. Ну что за слова, блядь? Вы взвалили все это на меня. Вы пальцем не пошевелили, чтобы помочь. Вы позволили болезни забрать детей одного за другим. Я ни в чем не виновата. Осторожно, назад. Она ушла. У нее осталась еще энергия сражаться. Черт, нам не удалось все очистить. Плохое это у нас выходит. Эй, этот Хелион мне... Да, это должна быть та самая святая, преданная людьми, в которых верила. Хелион и Медуза обычно становятся женщины, полные самоудовольства и ненависти. Так вот, почему ты застываешь, когда на тебя смотрят. Святая была монахиней, возможно, у церкви в Пендрага есть какие-то сведения. Нужно проверить. Нельзя просто так это все оставлять. Блять. Отлично. Ну, рейтинги, блядь, охуенные. Я не понимаю, как это работает, сука. Неважно, сколько у тебя нокаутов, даже если он, сука, один, тебе все равно снимут половину от победы над сильным врагом, даже больше, в принципе. И в итоге ты пойдешь нахуй. Какой смысл тогда, блядь, в количестве нокаутов, блядь? Я вообще этого не понимаю, сука. Опыт, конечно, пиздатый, блядь, монеты... Все дела, новые приемы. Круто, волшебно, невероятно. Ой, да давайте восстановим здоровье. Действительно, Лейла, у тебя хоть одна... умная мысль, блядь, за все наше путешествие. Так, ну значит, с этим мы разобрались. Там у нас... Руины, блядь. Должны быть какие-то. Естественно. Ничего интересного. Потому что ничего не указано. Мы ничего не знаем. Смысла в этом нет. Точнее, есть. Но слишком долго. Слишком бесполезно. Вот, поэтому нам нужно сейчас вернуться назад. Посмотреть, что в той части всей этой шляпы. Ну, это именно вон там. Через этот мост в той пещере. Это не особо похоже на пещеру, но это не важно. Главное еще захватить сохранение. Дальше. Итак, что это за место? Куда нам идти? Лес. Ну, значит, с одной, может, мы разобрались. Теперь у нас лес. Лес это пиздец, потому что тут вот эти вот амадамы. Они меня очень сильно напрягают. あ、これ逃げるぞ。東京の水族船と私たちまで。まあ、あなたはおとなしくその通りに。一体を見捨てます。江戸根さん。地震の規模を崩し、しまった。お疲れですか?見切れるか?空を立ち切る。あ、これない。ちょっと疲れですしみらに。不利な状況です。正直だかししみらに。 Ой, блядь.
Ну, блять, охуенно. Бля. Как вас носить? Объясни, блядь. Ну я ебал, блядь, еще эти лаги, сука. Вот блядь, то, что нужно. Я тебя понял. Ой, сука, еще, блядь, это простуда ебаная. Блять, ненавижу тебя. И не хватает, блять, энергии. Сука. Просто, блять, ненавижу вас всех. Вот какого хуя я сейчас сношу эту хуйню? А до этого нет, блядь. Чем, блядь, отличаются эти два события, сука? Блядь, ненавижу тебя. Ну, блядь. Вот, сука, я что, не на те, сука, кнопки, блядь, уже на какого хуя ты застреваешь, какой-то залупи, блядь. Блядь, есть энергия у тебя, какого хуя ты выёбываешься? Блядь, объясни мне! Сука ебаная. Блять, ненавижу вас, ебаный, блять, пидорасы. Один хуй туда можно попасть, блять, спускаемся вниз. Я надеюсь, мы сегодня дойдем до этого пидораса, блять. Потому что этот путь из этих волшебников, блять, пидорасов, блять, других таких же, блять. Это, сука, просто, блять, волшебство, ебаное. Хуй знает, куда идти, не похую куда, блядь, идти, я потом, блядь, это все прошерстю, блядь. Ибо это все смотреть просто полный пиздец. Ну, конечно, блядь, еще больше, блядь, пожалуйста, локаций бесполезных, которые, блядь, я просто обожаю. Спасибо. Тут хотя бы можно посражаться. Тут хотя бы можно, блядь. Дать себе, блядь, сказать, что я тут сербать. Правда, вот некоторые, блядь, куски говна, блядь, все еще пытаются сопротивляться. И, блядь, уходят просто, сука, пиздец, блядь, хуй тебе куда? А слиться, блядь, кто тут не хочет, блядь? Ёбаные псы, сука.
Кто из всех, блядь, нас долбоёб? Вот, объясни. Ёбаная. 666, блядь. Что за отхил, блядь? Я плюну, блядь. Сильнее. Откуда у меня такой пиздатый отхил? Вот что, блядь, случилось? Объясните мне. Пиздата, блядь. Уровень повышен. Повышает мастерство в титуле. Это все, блядь, охуенно. Пиздата, блядь, лучше быть не может, сука. Да, блядь! Ебанько, сука! Еще выебывайся, блядь. С этими кнопками. 4000, охуеть, блядь. Армейские башмаки или не армейские, а аршанские, блядь, мне похую. Давай, блядь, пожалуйста. Скажи мне, что тут путь закрыт, и я все пойму. Спасибо. Самое главное, посмотреть, что у нас тут за говно. Кроме вот этого. С этим все понятно. Пососать вам дать. Вы все можете пойти нахуй один за другим, блядь. Но я пока подожду. Спасибо. Тут еще есть два сундука. Круто. 5000 монет. Ух. Щедрость. Пиздецкая. Так, поскольку все тут более-менее мертвые, блядь, надо бы поесть. Сливочное печенье. Все, блядь, спасибо. Ну, выходит, путь у нас, как всегда, только один. Чем я должен тебя сбить? Вот этим, да? Да иди ты нахуй, блядь, с водяной шлюхой, ёбаный, блядь, пидорас. サポートお願い。カノミを守る。サポートお願い。無影走。天狼波。無駄だ。立ち狂え。立ち狂え。これは爆破だ。今のは聞いた。分けて。待ち。決裂。立ち狂え。 一点集中。終われない。負けるか。道を切り開く。うがつは痛。体力に消えるか。無影走。無駄だ。サポートお願い。今のは聞いた。
Сука! Блять, умри, сука! Как ты заебала, Пиздец, тварь, блядь, ненавижу вот эту хуйню, блядь, которая непонятно чем, блядь, должна сбиваться, блядь. Ни атаки обычные, ни, блядь, тайные, ни хуяйные, блядь. Ебал я в рот, блядь, такие, блядь, сюжетные повороты. Просто пиздец, блядь. Это, блядь, мне больше всего, сука, нравится. Больше, сука, всего, блядь. Вы можете от меня отъебаться, блядь. Да, Нормин там, блядь, охуенный. Пидорасы вы все ебаные. Чмошники, блядь, дракон, нахуй. Что тут у нас? Кто, блядь? Все, пусть будет на пацане. Он будет против дракона. Охуенно. Плюс еще один Нормин. Счастье, блядь, до ушей. В жизни как... Блядь, Роза вообще просто в нули, блядь, ушла. Окей, блядь. Сука, только не смей, блядь, не говори, что ты, блядь, подыхаешь. Я тебя, блядь, уничтожу. Все, идите нахуй. Хоть один сундук будет мимиком, мне просто интересно. Нет. Все какая-то дикая херь. Ничего тут нет.
Такое себе. Только одним глазком, говорится. Галя, ну что ты за пиздец? Пиздец. Циклопа, Крупные неудачники они. Просто пиздецкие, блядь. Роза, как всегда, блядь, в отключке. Сколько, блядь, скажите мне еще, сука, бежать, блядь. Так вот. Вот это неприятности, говорит наш пацан. Неприятности. Титана увидел. Испугался. Мразота, блять, обожаю тебя, сука. Что за наебалово, блять? У меня же есть приемы, блять, против этой хуйни. Ну. Бать, мне кажется, боты только с вот этим пацаном могут нормально контактировать. И то огребают. Да ладно. Ты еще ближе, блядь, под меня подбеги. Это вот было прям нормально. Это фигово, что он во всякой вот этой броне, хуйне этой своей. Это прям совсем не очень. Потому что по нему очень мало походит урона. В общем, это очень печально. Как можно заметить. Что насчет того, что мы поменяем с местами? Допустим. Что, сука, мы имеем тут, блядь? Есть что-нибудь против бронирована? Нету. А, есть, блядь. А в чем, сука, разница вот этого удара? А, ты все в чем делаешь. Ну, тут гораздо полегче будет, да. Сейчас бы самое то, до вот такого огромного пятна не доставать. Да, ну так, конечно.
Не то, блядь, убери нахуй это все. Что тут у нас? 5000, да? Ну, 5000 это нормально. Так, так. 5000 это нормально. С этим еще можно побороть. Нахуй ты подходишь сюда, ебанутая дура? Что тут у нас? 3000. Скажи мне, блять, что я не прожимаю, блять, правильно в этой жизни? Да неужели, блять, все то же самое, блять, один в один прожимаю. Хуй там, блять, плаву. Ну, неплохо. Хоть что-то, блять, получше вышло у меня в этот раз. И побыстрее. Тут намного опаснее, чем я думал. Да ладно, нам нужно найти его и побыстрее. Это что ж такое? Это ты тут археолог? Ты одолел эти ходячие камни? Ты не понял, это был Хелион. Не приближайся ко мне! Ёбаный рот! Пол до куска добило. Что за дела? Мы пришли его спасти, он убага. На самом деле, нам нужна радужная сфера. Верно, но Срэй здесь не только из-за неё. Ну, хорошо, что с ней все в порядке. Похоже, это так. Но все же. Смотри, вот и склоп мировой истории. А мы-то, блядь, не заметили такую светящуюся херню. Похоже, мы все-таки получили подарочек. Ты думаешь, мы можем это взять, Сары? Ты точно дебила, кусок. Спасибо, что это такое? Значит, зеленая радужная сфера Зекс. Текс. В этот момент генерал понимает, что он лишился всего человеческого и с диким ревом рождается Хелдальф Владыка Бедствий. Уже почти все сферы. Это они типа его едят? И типа что-то произошло, он превратился вот в это вот существо. И начал агриться на всех. В этот момент родился Хелдальф, Владыка Бедствий. Как нетрудно в это поверить, когда-то он был человеком, таким же, как мы. Да, конечно, он был грозным генералом, но он действительно любил свою семью. Как мог такой человек стать Владыка Бедствий? Ну, он ведь потерял семью. Не знаю, мне кажется, дело не в обстоятельствах. По-моему, он переродился почти сознательно. Это было в нем самом. Может, и так. Боюсь, до всей правды нам не добраться. Но кое-что все же ясно. Хелдальф сдался. Он больше не мог бороться. Окей. Это прям много чего объясняет. Просто пиздецки. Угу. Так, и что мы имеем? Ничего мы не имеем.
принципе, узнали еще один кусочек истории о Хелдольфе. Можно теперь валить отсюда. Значит, вот так вот, да? Какого хуя, блядь, не умерла, блядь? Так, ты, блядь, кусок. Ты так стараешься за Лейла, но ради чего? Если думаешь, что ради тебя, то да, но ради тебя тоже. Да это забавно. Это все круто, клево. Нам бы выбежать, посмотреть, что там, что нас ждет впереди. Потому что либо что-то должно произойти, либо ничего не должно произойти. Ну, естественно. Очень жаль, что мы так и не услышали его истории о руинах. Ничего страшного, даже если бы мы с ним познакомились, то он, вероятно, не стал бы слушать твои идеи. Все хорошо. То, что нам известно, основано на наших собственных мыслях после проведения определенных опытов. Даже если наши выводы отличаются. Да уж. Эй, хватит филонить, зануды. Роза все еще на нас злится. Потому что ей не все равно. Я знаю. Я не возражаю. Вы, ребята, отличная команда. Ну же, пошевеливайтесь. Идем. Так, значит, что мы имеем? Про радужные сферы ничего не ясно, вроде как. Так. А, в Пендрага еще нужно залететь. Тогда давайте мы на этом сегодня закончим, продолжим в следующей серии и залетим в Пендрага, посмотрим, что там да как. Вот. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.